Здравствуйте, в эфире программа «Сделано в Вятке». Меня зовут Владимир Сметанин. Сегодня пятница, на часах 13.06. Вот спустя две недели мы в том же составе, а вернее дуэтом вместе с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного краеведческого музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета. Добрый день, Михаил Сергеевич. Добрый день. Да, я напомню, что программа «Сделано в Вятке» посвящена истории вятского предпринимательства, и мы начали с самых истоков. Прошлая передача у нас была посвящена предпринимательству, его развитию в первой половине 19 века. Мы очень много говорили о нашем знаменитом земляке, Ксенофонте Алексеевиче Анфилатове, и не успели договорить, ну, потому что фигура достаточно объемная и изучена немало, да, но еще и немало еще предстоит изучить. Я напомню, что Анфилатов, в чем в первую очередь его заслуга, да, считается, это и основание первого общественного банка в городе Слободском, и налаживание торговых связей с Соединенными Штатами Америки. Вот сейчас до начала передачи Михаил Сергеевич упомянул о том, что даже есть сведения, что из Турции тоже, да, Анфилатов. Работая в Москве, да, в свое время, да, в Российском государственном архиве древних актов, я видел документ, который рассказывал о том, что Анфилатов организовывал своеобразные такие торговые экспедиции и в Османскую империю. Но, к сожалению, это дело я посмотреть не успел, но оно достаточно объемное. Думаю, что в дальнейшем можно тут найти много интересного еще и связанного вот с этим южным направлением. А там специфика своя была? Деятельности Ксенофонта Алексеевича. Специфика, да, могла быть и своя, но в то же время Ксенофонт Алексеевич, он торговал вятским товаром. То есть вот интересно посмотреть, да, какой вятский товар был интересен для Османской империи. Анфилатов действительно личность, грандиозная личность, масштабная. И вот как-то стало уже общим местом, когда говорят о заслугах Анфилатова и упоминают только о, двух заслугах, о которых вы только что сказали. Но в то же время очень тоже интересный факт, где Анфилатов опять-таки был первым. В самом начале 19 века в России появились первые акционерные общества. Это предприятия торгово-предпринимательские, промышленные, когда объединялись представители купечества, могли чиновники свои деньги вкладывать, ежели таковые были. Вот. В то время чиновникам не запрещалось бизнесом заниматься? Не запрещалось, даже на уровне очень высоком. Как раз вот Ксенофонт Алексеевич Анфилатов был учредителем Беломорской компании. Он был одним из учредителей, и в числе вкладчиков вот в эту компанию выступал и личный император Александр I. Я тут оговорюсь, вот вы упомянули о чиновниках, значит, чиновникам можно было вкладывать свои средства, понятное дело, что вся предпринимательская составляющая, она оставалась за учредителями, не чиновниками, да, и среди учредителей как раз был Ксенофонт Алексеевич Анфилатов, и эта компания на протяжении более чем 5 лет точно занималась китобойным промыслом, добычей рыбы в Белом море. И вот таких компаний акционерных в России в тот период было 5. Почему именно вот эта сфера деятельности именно в формате акционерного общества? Для того, чтобы заниматься рыболовным, китобойным промыслом, необходимы были и суда соответствующие, и команду нужно было набирать. Понятно, что нужны были первоначальные вложения, очень солидные. И, очевидно, один купец или два купца этим заниматься уже не могли. А это акционерное общество, это ноу-хау как раз российское, анфилатовское, или все-таки были уже примеры в других странах? В других странах были, да, торговые объединения, неизвестны еще были где-то с периода Средневековья. Здесь для России это было новое явление, потому что применительно, к 17-му, 18-му векам мы говорили в основном о купцах-одиночках.
И вот как раз 19 век, он ознаменован тем, что предпринимательство принимает такие вот коллективные или групповые формы. А чем это связано? Ну, это было связано и с ростом конкуренции, купец-одиночка. Ну, мы говорили тоже о том, что вот он и разорению был в большей степени подвержен. И все-таки, когда вкладываются большие средства, когда создается торговый дом, создается целая компания, все-таки легче, наверное, было вести дела. Вот. Но в то же время, веком рассвета таких вот учреждений, торговых домов, акционерных обществ стала вторая половина 19 века, начало 20 века. Это основная наша тема, да, это сегодняшней передачи. Тема, уже, тема да. сегодняшнего дня. Вот. А я думаю, к Анфилатову мы еще будем возвращаться. Угу. Тем более, что человек это был такой, который опережал свое время. Да, опережал свое время вот, и в плане открытия там, банков, например. И как раз вот во второй половине 19 века наступил период, когда общественные банки стали появляться повсюду. И вот на период уже конца 19-го, начала 20 века в Вятской губернии существовало 12 общественных банков. Всего городов Вятской губернии в тот период было 12. И как раз и в каждом, получается, да, что городе. В каждом уездном городе вот, располагались такие банки. Это были самостоятельные структуры, самостоятельные организации? Это были или... организации при городских думах. То есть городская дума выступала таким неким контрольным учреждением за деятельностью этого банка и этих банков. И вот если посмотреть на книги банковские, то мы увидим, что в этих книгах есть особые статьи, ну вот куда шла прибыль банка, да, и прибыль банка шла на благотворительность, это особо прописывалось в банковских книгах, и на городские нужды. Ну, то есть, если смотреть в процентном соотношении, куда больше или поровну? Благотворительность, ну, и да, в зависимости от решения городской думы, городские думы, ну, как правило, на городские нужды денег шло все-таки очень-очень много. То есть себе в карман ничего не клали? А, нет, клали, там были и другие статьи. А нет, себе в карман ничего. А вот, ну, банк учреждался как общественный. То есть вот купец выделял капитал для того, чтобы открыть банк, да, и затем банк становится общественным. Ну, то, что сейчас называется социально ориентированная, да, сугубо. Да, да. Структура. То есть вот лично купцу-учредителю ничего не шло, да, никакие там проценты, доходы с деятельности банка нет. Но там были статьи там в основной капитал банка, да. И в 1862 году общественный банк появляется и в губернском городе, в нашем городе, городе Вятка. Угу. Это был банк Федора Веретенникова. Что за личность? Личность Веретенников. Личность была очень интересная. Купец, который жил в первой половине 19 века. И вот очень интересно, что банк-то был учрежден не Федором Веретенниковым, а его сыном Петром Федоровичем Веретенниковым в память о своем отце. А что касается Федора Веретенникова, то встречались мне в архивных документах сведения, ну, например, о том, что Веретенников покупал и затем дарил свои книги Вятской губернской библиотеке, mm-hmm. то есть выступал меценатом. Mm-hmm. Он был купцом третьей гильдии, ну, когда-то переходил во вторую гильдию, не был крупным купцом в Вятской губернии. Не на самой верхушке. Не на самой верхушке, находился, но зато да. его сын Петр Федорович, который выступил как раз организатором банка, он уехал в Москву, получил приличное образование и получил звание коммерции советника, занимался литературной деятельностью и личностью, еще во многом такая для нас забытая, неразгаданная. Вот. И он как раз вот в память о своем отце пожертвовал капитал для учреждения городского общественного банка. По сравнению с другими банками, которые уже существовали, этот капитал
был больше, меньше? Ну, примерно жертвовали по 10 тысяч рублей на открытие банка. Вот, и Анфилатов первоначально такую же сумму пожертвовал, вот, и в других городах. Вот, ну, все зависело от того, как в дальнейшем функционировал, управлялся вот этот капитал. И банк Федора Веретенникова был довольно успешным. Сколько он просуществовал? Он просуществовал вплоть до 1918 года, но затем был преобразован. Вот. И, ну, скажем, основной капитал банка за вторую половину 19 века возрос более чем в 30 раз. То есть банк пополнялся, выдавал кредиты, у банка были свои вкладчики. Слушайте, где он находился? Он находился на улице Спасской. Сейчас, кстати, об этом здании очень много говорят. Это дом офицеров. Вот это красивое здание как раз и принадлежало банку Федора Веретенникова. И было построено специально для этого банка. В городе Котельниче банк был тоже открыт, и открыт был известным купцом из рода Кардаковых, Михаилом Кардаковым. Да, и эти банки, общественные банки, сыграли большую роль вот, в развитии торговли, вообще в развитии городов Вятской губернии. А есть сведения вот, о нашем, да, уже Вятском непосредственно банке? Вот, это вообще общественные траты на социальные нужды. Что было сделано на эти деньги? Ну, банк учреждал и стипендии для учеников там, Вятской гимназии, например, других учебных заведений, учеников из бедных семей. Вот. Ну, определенные капиталы жертвовались на нужды там, городской богадельни. Ну, то есть постоянная подпитка у социальных учреждений была все время со стороны общественных банков и, в частности, вот банка Федора Веретенникова. Только лишь банк вот вкладывался? Нет, именно в такие дела конкретные. Вторая половина 19 века – это время рассвета вообще благотворительности. И в этот период учреждаются повсеместно в Вятской губернии благотворительные общества. И благотворительность стала носить более организованный характер. Если раньше благотворительными были одиночки, и, ну, собственно говоря, вот куда купец хотел, туда и деньги направлял. Кто к нему пришел, попросил, и тому он и дал. Кто-то более, быть может, нуждающийся, вот, не смог попасть к купцу на прием. Поскромничал, совестно было просить. Вот, и ничего не получилось. А здесь через благотворительное общество все-таки помощь стала оказываться более адресно, более организованно. И в мае 1873 году открывается Вятское благотворительное общество, которое существовало вплоть до 1917 года. Вот. И в этом обществе состояли практически все крупные купцы, такие звучные фамилии, как купцы Прозоровы, Тихон Филиппович Булычев, купцы Зоновы, Лаптевы. Вот, и благотворительное общество сыграло, конечно, большую роль. Слушайте, вот прозвучали новые совершенно фамилии купцов, которых в 17 веке, по-моему, не было, да? Да. Или это все представители таких древних родов купеческих? Все равно Зоновы, вот, Прозоровы. Да, предпринимательская жилка, она так или иначе где-то вот уже начинала проявляться в веке 17-18, как у Прозоровых, например. Да, вот, скажем, если взять династию Прозоровых, ну, вот, первая половина 19 века у нас в истории вот, вятского предпринимательства ассоциируется напрочь с Анфилатовым. То вот вторая половина 19 века ассоциируется с именем Якова Алексеевича Прозорова. Ну, вот Прозоровы были выходцами из Вятского уезда, но в то же время фамилия Прозоров встречается, например, в
вятских переписных книгах 17 века. Ну, кто-то из представителей этой династии. Это крестьяне, в первую очередь? Всадским человеком. Ну, это был такой крестьянско-городской род, да. Поскольку Вятский уезд, то понятно, что миграции там, из деревни в город происходили в тот период. Вот. И Рассвета, вот как раз эта династия, добилась именно в годы жизни Якова Алексеевича Прозорова. Кстати, в следующем году мы будем отмечать 200 лет со дня рождения Якова Алексеевича. Он родился в 1816 году, вот, и умер в 1881. И как раз вот в середине 60-х, 70-х годов 19 века был вот пик его торгово-предпринимательской деятельности. Причем он торговал традиционными вятскими товарами. Это вятским хлебом. И еще Яков Алексеевич Прозоров сделал упор на торговлю техническими культурами. И в частности Лен. Торговал вятским льном. В отличие от многих купцов, Прозоров пошел по анфилатовскому пути. Он не продавал свой товар скупщикам, иностранцам, ну, скажем, в Архангельском порту, а он, не имея судов, брал в наем, или как тогда, ну, сейчас, наверное, говорят, вот, те, кто связан с морскими разными делами, да, фрактовал суда. Вот, и на этих судах через Архангельск и Петербург вывозил свой товар и в Англию, вот, и в Голландию. Ну, кроме того, Яков Алексеевич очень прочно обосновался на бельгийском рынке. Дальше торговал в немецких городах. И есть архивная информация о том, что он вел торговлю и по Франции. Во Франции. Причем это был купец, известный действительно на уровне России. Вот. Очень интересно еще, знаете, вот проблема преемственности капиталов. У Якова Алексеевича было два сына, один, к сожалению, погиб. Он учился в Вятской мужской гимназии и упал на лестничной клетке и разбился. Несчастный случай, да. Несчастный случай. И вот купеческий род Прозоровых продолжил Алексей Яковлевич Прозоров, который получил блестящее образование. Яков Алексеевич его отправил учиться в Московскую коммерческую академию. Вот. Выучил Алексей Яковлевич иностранные языки. Вот. И где-то вот в 1860-е годы самостоятельно выезжал за границу для заключения торговых договоров. Вот. И вот это была, в общем-то, уже такая молодая поросль купеческая. Да. А дальше род Прозоровых? Вот. А дальше продолжился род Прозоровых, к сожалению, пресекся. Ну, сам Алексей Яковлевич, фигура ведь тоже очень известная в общероссийских масштабах. Mm-hmm. В 1897 году Алексей Яковлевич Прозоров был избран председателем Петербургского биржевого комитета. И до самой смерти... Что за структура? Занимал, ее значимость? А вот занимал эту должность. Ага. Вот, ну, Петербургская биржа, вот здание Петербургской биржи, ну, это место, где осуществлялись торговые сделки, а Петербургская биржа имела общероссийское значение. Ну, то есть вполне уже такой современный, да? Да, то есть формат. Это то место, где можно было найти того человека, которому интересен твой товар, да, найти покупателя, заключить договор и биржу. Вот, и, ну, по сути дела, биржу возглавлял человек, родившийся и выросший на Вятской земле, Алексей Яковлевич Прозоров. Слушайте, Михаил Сергеевич, у меня родился такой вопрос. А вам известно, мы озвучили несколько, да, знаменитых фамилий, знаменитых купцов, а сейчас, в веке уже 21-м, вам известно о продолжателях этих родов? Они есть вот сейчас? Есть. Есть? Есть. Есть. Потому что, ну, у меня сразу пришла на ум фамилия Прозоров, руководитель одного из известных банков носит эту фамилию. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Да. Это потомок? Ну, мы не разговаривали
с руководителем Хлынов-банка. Да, да, я имею в виду Илья Прозоров. Да, его родословной. Ну, надо сказать, что фамилия Прозоровых, она вообще распространена. Вот что касается династии Якова Алексеевича, то ну, вот у него было еще две дочери, сын, они все выехали из Вятки. И затем вот после революции дочери Якова Алексеевича проживали в Скандинавии, ну, в частности, вот в Швеции. Вот, и судьба была такая. Вот, а если говорить о вятских вот торговых фамилиях, то ну, династию Кардаковых мы с вами упоминали. Вот, ну, тоже имела своих продолжателей, ну, тоже за границей там. Кто-то у них жил. И вот еще династия Клобуковых. Династия Клобуковых, я знаю, что вот потомки современных Клобуковых живут в Москве и тоже имеют бизнес, да, занимаются торгово-предпринимательской деятельностью. Так что связь есть, поколение. Да, связь есть. Вот династия Тырышкиных, пароходовладельцев, тоже очень известная. И как-то мне позвонил Владимир Иванович Тырышкин, представился предприниматель. И это действительно тоже известный человек. Вы поинтересовались его происхождением? Ну, он сам сказал, что он вот из тех Тырышкиных, Яков Ильич Тырышкин, пароходовладелец очень известный. Как раз вот в начале 20 века, о чем мы еще с вами будем говорить, было образовано Вятско-Волжское личное пароходство, и одним из учредителей этого пароходства был Тырышкин. И вот его продолжатели живут в наше время. А но если поколения все-таки были прерваны вот советской эпохой, когда ну, просто-напросто ну, уже не рассказывали детям, кто был там дедушкой, да, я уверен, что очень у многих коренных вятских людей были предки из купеческих фамилий. Потому что Вятка торговая, она, в общем-то, звучала в масштабах всей России, купцов было много. А Булычёвы, часто упоминаемые нами, Филипп, Тихон, сейчас что-то осталось от этого рода? Ну, мне, честно говоря, неизвестно. Хотя фамилия встречается, вот, ну, фамилия тоже крестьянская, вот, род был большим. Вот, но судьба и Тихона Филипповича, и его сына после революции, в общем-то, была во многом трагична. К сожалению, прервалась, да? Да, как и многих, в общем-то, предпринимателей, купцов. Вот, и, ну, наверное, надо провести отдельные исследования. Родословных, да. Родословных. Ну, вообще интересно посмотреть, что осталось с предпринимателями там, в 17-18 году, как вот происходил этот слом, да, и социальной и экономической системы, да, в тот период, вот именно на человеческом уровне. Я предлагаю сейчас прерваться на традиционную рекламу. Я напомню, что эта программа сделана в Вятке, и мы беседуем вместе с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного краеведческого музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории ВГГУ. Продолжается наша беседа с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного краеведческого музея, доктором исторических наук, профессором кафедры отечественной истории ВГГУ. Мы еще не договорили о купцах вятских, деятелях второй половины 19 века. И у нас на очереди еще один купеческий род. Это купцы. Купцы, например, Пастуховы. Пастуховы. Пастуховы тоже очень интересная династия. Династия не вятская, династия ярославских купцов, но тем не менее Пастуховы вписали свою лепту в развитие вот, торговли, предпринимательства в вятской земле, поскольку во второй половине 19 века они были владельцами сразу нескольких заводов. Это Амутнинского, Терсинского и еще нескольких заводов, которые располагались на востоке Вятской губернии. Эти заводы уже существовали? Не они, эти заводы, да? Существовали. Амутнинский завод существовал с екатерининского времени. Собственники менялись. И казна тоже там какой-то период являлась собственником завода. Ну, там Амутнинск, обычно говорят Амутнинский горный округ, то есть это группа заводов, да, вот, и купцы Пастуховы, они, в общем-то, наладили
очень такое мощное производство железа, чугуна вот на этих заводах. Причем, ну, не случайно, почему вот интерес ярославских купцов вдруг вот был связан с Вятской землей, потому что вот на востоке Вятской губернии в тот период добывали руду. Залежи были обнаружены, да, еще при Екатерине. Да, железную руду, вот, причем добывали уже в настоящих промышленных масштабах. Вот, и железо вот самокинских заводов очень ценилось. И я видел какую-то рекламку дореволюционную, где было написано, что это железо не ржавеет. Ну, конечно, это был, наверное, какой-то рекламный такой. Любое год. Железо ржавеет, конечно. Вот, но в то же время вот Пастуховы вывозили вязкое железо, кстати, не только вот на крупные рынки, в Москву, в Петербург, в Тулу, хотя в Туле, в общем-то, было свое металлургическое производство, а вывозили еще и свою продукцию. На Амутнинском заводе изготовлялись, ну, например, гвозди. Но в более там позднем... Ну, один из самых ходовых материалов. Да, стали изготовляться рельсы, да, когда началось железнодорожное строительство. И вот они вывозили свою продукцию на всероссийские выставки. И в 1882 году проходила очень большая промышленно-художественная выставка в Москве, где была представлена продукция с заводов Пастуховых. И конкурсная комиссия очень высоко оценила эту продукцию. И награда выражалась в том, что Пастуховым разрешили на свои изделия, которые производились в Вятской губернии, ставить государственный герб. То есть это... Официальное подтверждение качества. Да, было подтверждение качества этой продукции. И с этим гербом уже можно было и за границу наверняка. Да. Да? Да? Выходить. Выходили? Выходили. Причем о Пастуховых упоминают некоторые известные, очень иностранные авторы. Ну, например, Александр Дюма-старший, который приезжал в Россию и каким-то образом вот познакомился и с продукцией заводов этих купцов. И потом Пастуховы были еще владельцами гостиниц. На Вятке не было и гостиниц. А вот в Ярославле, в Москве, там, в некоторых других городах были гостиницы Пастуховых. И вот Александр Дюма-старший останавливался как раз вот в этих гостиницах. И в своих записках о путешествии в Россию упомянул о Пастуховых как о самых известных предпринимателях. Слушайте, а хочется спросить, а наши вятские жители, наши предки не предъявляли претензии к Пастуховым такого рода, что вы пришлые, вы высасываете наши недра, они что-то делали, ну, социальная-то ориентированность, вот как у современных предприятий, да, бывает? Да, тоже была. В чем она заключалась? Мы говорим о том, что они были владельцами заводов, а при заводе существовал поселок заводской, и как раз вот во второй половине 19 века обустраиваются заводские поселки, вот, строятся и больницы, вот, создаются школы в этих поселках, строятся храмы. Вот, и основные средства, которые вкладывались вот в социальную сферу, это были как раз вот деньги, которые давали предприниматели. Ну, сами Пастуховы в Вятскую губернию приезжали, они продолжали жить в Ярославле, там находилась их главная контора. Ну, один из самых известных представителей этой династии — Николай Петрович Пастухов. Ну, хотя бы кто-то из Пастуховых женился на вятской женщине? Ну, таких сведений у нас нет. Нет, но я знаю, что на Вятку они любили приезжать. Вот. И вот Николай Петрович Пастухов, тоже очень интересно, о нем сохранились некоторые воспоминания. И современники вспоминали, что он был человеком, который нигде не учился. Да, то есть... Человек, который, собственно говоря, вот прошел очень хорошую такую жизненную школу. Но практику, был при этом грамотным. Был предпринимателем, но вот у него была какая-то любовь к учебе, несмотря на то, что сам он не учился, и эту любовь он передал своим детям. И своих детей он отправил в Англию учиться, да, и считал, что вот настоящий предприниматель обязательно должен иметь какое-то еще и иностранное образование. Но многие сейчас считают... Сильные меры сего, в первую очередь. Ну, традиции уходят в 19 век, соответственно, да, вот этого явления.
Вот. И династия Пастухова действительно, а, кстати, вот земства нередко обращались к Пастуховым за благотворительной помощью, и Пастуховы не отказывали. Ну вот как раз мы уже, да, переходим одним из самых таких значимых реформ, да, в истории нашей страны, это знаменитые великие реформы Александра II, в том числе земская реформа. Как это отразилось на предпринимательстве, на купеческом сообществе? Вторая половина, да, 19 века. Да, 60-70-е годы, время великих реформ. И как раз в этот период, ну, мы знаем вот несколько реформ, которые прописаны во всех учебниках, а там ведь была целая серия реформ. Да, безусловно. Вот, и в 1763-1865 годах выходит положение о пошлинах за право торговли. И вот в соответствии с этими положениями менялась гильдейская организация. Но цель этих изменений – пополнение казны? Нет, тут цели больше, наверное, были связаны вот уже со временем. Дело в том, что крепостное право было отменено в 1861. Вот, да. И по логике вещей многие крестьяне, которые занимались торговлей и предпринимательством, должны были покупать купеческие свидетельства, соответственно, вступать в купеческую гильдию. И здесь правительство решило просто-напросто ограничить вот этот процесс. Угу. Вот, и, ценз установить, да? Да, установить порог. Определенный ценз. Ну вот тем, кто занимался мелочной торговлей, можно было купеческие свидетельства не покупать. Достаточно было купить промысловое свидетельство. Вот, а что касается гильдейского купечества, то третью гильдию ликвидировали, а оставили только две гильдии. Первая и вторая. Первая и вторая. Соответственно, первая второй была, выше порог как раз вступления. Первая гильдия была для тех предпринимателей, кто торговал оптом, торговал за границей, а вторая гильдия была для тех, кто производил торговлю внутри страны. А суммы за вхождение, за попадание в гильдию тоже были изменены? Здесь суммы, да, были изменены. Но для того, чтобы приобрести свидетельство первой гильдии, нужно было заплатить 265 рублей. Вот, ну, это приличная сумма. Вот, 265, так, а в предыдущий раз мы говорили о 10 тысячах. Нет, в предыдущий раз мы говорили об уплате 1% с объявленного капитала. Да. Вот. А здесь была цена уже фиксированная. А вот что касается второй гильдии, то все города России были разделены на группы в зависимости от торгово-промышленного состояния. И вот город Вятка, к примеру, попал в третью группу. И купцы второй гильдии должны были ежегодно платить за купеческое свидетельство 45 рублей. Вот разница, да, 45 рублей и 265. И вместе с этими, в общем-то, гильдейскими свидетельствами купцы получали набор и определенных льгот. Правда, эти льготы в связи с развитием буржуазных отношений и проведений реформ постепенно утрачивали свое значение. Mm-hmm. Ну, например, была льгота по освобождению купцов от рекрутской повинности. Вот, а по военной реформе, да, Александра II вводилась, в общем-то, всеобщая мобилизация, да, то есть все должны были служить в армии, все мужчины, начиная с 21 года, да, и купцы, в общем-то, эту льготу уже теряли, поскольку тоже должны были поступать на службу в армию. То есть там же, наверное, такие настоящие трагедии разыгрывались. Человеческие, людские, когда вот раньше не нужно было идти служить, а теперь надо. Ну, были определенные трагедии, потому что всегда ведь отец, купец, он рассчитывал на помощь своего сына, и на определенное время он терял, в общем-то, надежного помощника. Вот. И в дальнейшем все шло к тому, что купеческие гильдии постепенно утрачивали свое значение. И дальше, вот если посмотреть, в 1898 году принимается положение о государственном промысловом налоге. И по этому положению уже не обязательно было покупать гильдейское свидетельство для того, чтобы заниматься торгово-предпринимательской деятельностью вообще. И купеческий статус, он во многом становился таким символом состоятельности купца. Таким памятью о былом. Памятью о былом, да. И, в общем-то, очень многие купеческие фамилии как раз вот в этот период прекратили свое существование. Но в то же время вот те предприниматели, которые
имели хорошую такую родословную, богатую, торговали там не в одном поколении, вот они продолжали покупать купеческие свидетельства, хотя, в общем-то, они уже по большому счету ничего не давали, поскольку вместе с купеческим свидетельством обязательно надо было приобретать и промысловое свидетельство, вот обязательное свидетельство для занятия торгово-предпринимательской деятельностью. Ну и вот в совокупности, понятно, вот многие крестьяне, скажем, ну, быть может, как-то приобщиться к миру, да, вот купечества, и могли бы купить такое свидетельство, но они этого тоже не делали, потому что, ну, вот в совокупности очень большая сумма была, которую нужно было уплатить за купеческое свидетельство, там, за промысловое, ну, и многие просто-напросто вот это не делали. Сергеевич, вот какой вопрос родился. Вот в взаимоотношениях, да, с государственными органами, вот, в обществе получения этих всех свидетельств, имела ли место быть коррупция? Известно ли вам, когда? Ну, вот какими-то обходными путями, за взятку приходилось решать такие вопросы? Нет, тут все было очень четко налажено. Тут, если есть там 265 рублей, то ты покупаешь свидетельство первой гильдии. То есть тут не было никаких ограничений. Ограничений купеческое сословие оставалось открытым. И, ну, честно говоря, изучая вот документы, мне ни разу не встречалось, чтобы кто-то пытался получить каким-то обходным путем купеческое свидетельство. Нет, тут четко работал закон. Вот, и ну, в городской управе, где получали вот деньги за купеческое свидетельство, там все это фиксировалось. И понятное дело, что если, ну, человек не платил деньги, то, ну, соответственно, тут уже ответственность лежала на самой городской управе. То есть здесь нет, тут уже сама государственная система была очень хорошо продумана. И, вы знаете, вот законодательство второй половины 19 века, ну, во многом является, наверное, показательным, примерно таким вот законодательством для развития торговли и предпринимательства вообще во всей истории российского государства. Ой, вы знаете, смотрю на часы, 13:44 уже, это значит, что истекает время очередной программы, сделанной в Вятке. Мы про промышленность, да, практически не успели поговорить. Но давайте уже в следующий раз, через 2 недели, в пятницу в 13:06, точно так же продолжим. У нас будет уже рубеж, да, веков, 19-го, начало 20-го. Я благодарю Михаила Судовикова, директора Кировского областного краеведческого музея, доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории ВГГУ. Спасибо компании «Вятич» за возможность общаться с вами. И, кстати, вот традиционно новость от компании «Вятич» у нас присутствует в программе. И новость очередная заключается в том, что компания «Вятич» сделала коммерческое предложение сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс». Речь идет о том, чтобы в эти рестораны поставлять натуральный напиток, вятский квас. Руководство компании исходит из того, что все-таки «Макдоналдс» тоже делает ставку на натуральность, ну а вятский квас куда уж натуральнее. И причем речь идет не только о том, чтобы в России в ресторанах «Макдоналдс» присутствовал вятский квас, но и за рубежом. Вот так. И, кстати, вятский квас уже покорил и продолжает покорять Соединенные Штаты Америки. На этом все. Спасибо еще раз. Всего доброго. До встречи. Да, до свидания.